Всем добрый вечер. Мы очень рады приветствовать вас в этом замечательном клубе. Таких клубов у нас немного, слава богу, что здесь два этажа. Можно выступать сразу двум коллективам. Мы хотим вас поздравить нашим краснознаменным трио с наступившим уже Новым годом и с наступающим Рождеством. Хотим пожелать вам хорошего настроения, крепкого здоровья, прекрасного самочувствия. Для вас сегодня играют такие музыканты, как Сергей Клевенский, например, тот самый. Этого человека знают практически все. Скоро он, наверное, у нас появится на центральном телевидении. Это Владимир Глоухов, тот самый. Меня зовут Антон Горбунов. Спасибо. Мы немножко сыграем авторскую музыку. Немножко, почему немножко, я не знаю. Может быть, это будет дольше, чем нам хотелось бы. Владимир уже начал. Thank you.
Спасибо. Как вы заметили, музыка, в общем-то, у нас образная. Сегодня мы будем играть только авторскую музыку. У нас не будет сегодня так называемых кавер-версий. Я не знаю, к счастью или к сожалению, мы сегодня вот играем то, что придумано каждым из нас за какое-то количество времени. Эта пьеса называлась «На цыпочках». Это, в общем, одна из центральных пьес Владимира Головухова. Это его вот такое вот образное сочинение. Следующая пьеса у нас тоже принадлежит руке маэстро. Называется она, по-моему, «Декабрь». То есть это предыдущий месяц был, сейчас январь, а был декабрь. Thank you.
Который написал уже Сергей Клевенский, как говорится, Сергей Клевенский. И посвящается он уже не молодым родителям, которые устали от многих вещей в этой жизни. Так он и называется, вальс уставших родителей. Thank you.
Очень характерный звук был, да.
удар судьбы в дверь. Слава, сделай, пожалуйста, чуть-чуть микрофон потише. Тишее, как сказал бы Михаил Сергеевич. Ага, отлично. Эта пьеса была Сергея Клименского. Вот мы сделали такой вот легкий экшен. Давайте мы поаплодируем за авторство. Тот самый Сергей Клименский. Февраль еще не наступил, но Владимир уже написал давно эту пьесу. Он назвал ее «У камина», «У камняка». Да. Он еще сегодня почитает нам что-нибудь из раннего. Но надо говорить сам с собой, микрофон причем. Сам с собой, я говорю с тишайшей публикой. Пьеса называется «У камина». Название достаточно традиционное и относится к каким-то романтическим переживаниям. Надеюсь, не все меня слышат, потому что дальше пойдут очень такие подробности интимного характера. Ну, в общем, «У камина». Thank you.
Владимир Александрович Головко, пожалуйста. Он решил просить нас оставить. Сейчас Владимир предстанет в своем истинном обличии разговорного жанра. Совсем недавно судьба забросила меня во Владимирские леса. И вот на краю опушки стояла заброшенная лыжная база. Народ выходил из нее с плюшками, санками, снегокатами. Кто-то более мужественный выходил с лыжами. Я решил зайти в этот домик и тоже взять лыжи. Когда зашедший в это помещение, меня поразил дух пирожков, горячего самовара, и коротко стриженная дама предложила мне 46-й размер лыж. И вот мой поход состоялся. Лениво передвигая заеденевшие ноги, я отправился путешествовать в лес. По-моему, я был первый лыжник в тех местах, куда завело меня мое любопытство. Собачьи и кошачьи следы закончились, и я вправе был надеяться на то, что вижу настоящие следы диких животных. И вдруг я увидел удивительно ровную поверхность. Это была замерзшая река, удивительно ровная, спокойная в своем сне. И только в самом-самом краю, у самого берега, под корягой, я увидел проталину с плещущей водицей. Thank you.
Я представил себя белым вороном, летящим над лесом, и подо мной расстилался бескрайний лес, и одна белая жилка пронизывала его насквозь. Это была застывшая река, и только я знал, что под этой корягой, где кончался лыжный след, улил непокорный стопик, напоминая о прекрасном и солнечном лете. Вечер продолжается. И вот я уже оказался в городе. Каком? Это был город Владимир. Это был город Владимир. Я очень люблю этот город. Почему? Официантка с длинными волосами была одета в какой-то странный национальный льняной сарафанчик. Он был серого цвета, какая-то вышивка, сообщающая о том, что уха за такую сумму стоит этих денег. И я решил остаться. Надо сказать, что почувствовал я трясущение от того, может быть, что эта девушка, не могу сказать, что нравилась, но ее особое состояние, ее услужливость и низкий голос сообщали о том, что уха обещает быть
Давай, листы. В общем, ты остался. Я остался. И хотел, и не хотел. Хотел, чтобы она стояла рядом и слушала мои заказы. Я сказал, что у вас может быстро приготовиться? Не быстро, я не знаю сказать точно, не знаю. Может быть, яичницу хотел бы вечером. Такая могла. Нет, давайте яичницу не будем. Давайте что-нибудь попроще. Вот, опять же, давайте, может быть, вот эти ряды строго. Стоя мяса нет. А вот у вас блинчики. Блинчики с пост, на самом деле. Вы хотите пост есть, пожалуйста, мои скрипки? Есть. Давайте тогда, чтобы мы такое по-настоящему. Скажем, как он мне рис с овощами. Рассматривать. Она стояла недалеко, примерно как вот этой картины с сочными коричневыми ягодицами. Что же привлекло к этой официантке? Ничего особо выдающегося, во всяком случае, в первом отсеке фигуры не наблюдалось. И тут я вспомнил, что я белый орел и имею право наслаждаться женщиной, не стремясь обладать ею.
деточку качаю. Деточка устала, целый день играла, целый день играла, кукол развлекала, прыгала, скакала, на ковер упала. А ковер тот мягкий, растянуться сладко и достать подушку, воды налить в кружку. А кроватка смотрит, ждет тебя и просит. Ты садись сюда, вот, с нами будет кот. И вот, Тимоша, кот пришел, ноги лег, пом свернулся он, замурлыкал, замерил. Дашке уткнулся он в бочок, сладкий снов тебе наш кот. Звезды смотрят ярко, день был очень жаркий, и в углу устала смотрит одеяло. Завтра дождик будет, вымокнут все люди. Засыпай скорее, ночь пройдет быстрее. И вот Тимоша кот пришел, в ноги лег, клубком свернулся он, замурлыкал, замурлыкал. Дашке уткнулся бочком, сладких снов тебе наш кот. Thank you.
фактически все, что было в кошельке, постепенно превращалось в обманчивые надежды. Может быть, ее голос чем-то мне напомнил кого-то из далекого детства. Голос был властный. Хотелось или спорить, или побеждать в споре. Но хотелось как-то общаться. Я подозвал: скажите, а что у вас еще есть, кроме этой чертовой ухи, которую я уже съел? Она сказала: есть грибы грусти. Белые, моченые. А вот дайте мне грусти. Подождите, или нет? Разносолы какие еще есть? Ну, какие разносолы? Зима на дворе, грузди есть, капусту съели. Есть семга, дорогая. Ну, давай те. А давайте семгу еще. У вас карточки принимают? Я все принимаю. Мастер художественного слова Владимир Галамухов. Thank you.
баню. Для вас сегодня были поэт, песенник, автор разговорного жанра Владимир Александрович Голоухов. Тот самый. Сергей Клёпа-Клевенский. Не может быть. Сам же про себя не скажет. Очень много произведений, которые вы сегодня слышали. Расскажи, пожалуйста, да. Добрая черепаха, да. Замечательный человек, замечательный совершенно композитора. К сожалению, от нас рано ушедшего. Это более бы рано день Моцарта. Ну и под впечатлением, конечно, этого несомненного гения творил Антон Горбунов. Сочельник, сочельник, спешите к своим близким и друзьям, всех с Рождеством. И с наступившим Новым годом. Удачи вам, здоровья, будьте счастливы. Ну
на наши концерты приходите.